существительные. Никаких прилагательных. Без всяких там дополнений. Если утро, то утро. А какое оно? Я сам вынесу мнение. Нет, смотрю я, вы больно внимательны к тому, чтобы сны слаще видели, и это в основе. А нельзя просто снов, и кошмар в идеале, а не просто 105-й родин в номинале. Сигналы.